Друзья, всем огромный привет, с вами Маша, и вы зашли на мой канал Sweetie Sweet Marie. И сегодня у нас с вами будут очередные покупочки из интернет-магазина Wildberries. Это будут покупки до 400 рублей, возможно даже до 300, я точно не помню, но цены точно вам буду писать и объяснять. Так что давайте сразу перейдем к этим покупочкам, и я вам расскажу, что самое крутое за последнее время можно там найти. Итак, давайте к первому, что перейдем, это, наверное, самые большие бутыльки. Это две огромных пены для ванны. Это пена для ванны бренда Fresh Juice. Я честно скажу, удивилась, когда увидела, что столько много разных ароматов у этих пен есть на Wildberries. Здесь каждая пенка, как вы видите, по объемчикам по 1 литру. И это просто какие-то фантастические пены. Честно скажу, как вы видите, у меня больше всего израсходовалось вот этой красной пенки. Это пена розовое яблоко и гуава. Слушайте, настолько сочный аромат, это прям, знаете, вы вдыхаете прям аромат гуавы и прям вот сочного сладкого яблока. Я очень рекомендую эту пену, потому что сама пена по текстуре и консистенции очень густая, расход у нее минимальный. Вы наливаете, ну, если судить, допустим, по колпачкам, да, ну, допустим, нальете вы один колпачок, и у вас уже будет пена просто на всю ванну. Она очень долго держится, где-то минут 20 она вообще не лопается, пузырьки остаются такими же пышными, такими же классными. И могу сказать, что мне понравилась она, потому что вы лежите, такое чувство, что вот прям во фруктовой ванной. Это очень круто, это очень здорово, и аромат потрясающий просто на всю ванну. У меня ребенок тоже очень любит с ними купаться, с этими пенками. И, кстати, так что здесь ничего страшного, если ваш ребенок тоже будет купаться с этой пенкой. Мой очень любит их, и аромат, и просто воздушную пену. И вторая пенка из этой же серии, это у меня бананово-манговый мусс. Слушайте, это вообще что-то великолепное. Это настолько больше манговый мусс, манговый аромат этой пенки, и где-то там на задворках слышится такой вот банановые нотки, но их очень-очень проблематично расчувствовать. Больше, конечно, это манго, настоящий спелый такой тайский желтый манго ароматом. Эта пена еще более густая, чем предыдущая гуава, и она создает точно такую же воздушную пенку. И, как видите, я ее совсем чуть-чуть еще израсходовала, потому что недавно ее купила только. Но она тоже потрясающая, очень могу порекомендовать. У этого бренда Fresh Juice есть еще и другие продукты. Есть гели для душа, мыло для рук жидкое, по-моему, лосьоны для тела, скрабы для тела точно есть. Так что есть и разгуляться. Причем, знаете, хочу отметить, что аромат у этих пен, он совершенно не содержит химических ноток. Это прям натуральные, сочные фрукты, без химической отдушки. Следующая по очереди, но не по значению, это вот такая очищающая пенка Motis Mango. Это бренд Frudia, корейский бренд. У меня перед этой пенкой были пенки только бренда APU. Поэтому я решила купить на Wildberries вот такую пенку Моти. Она потрясающая. Это тоже натуральный такой сочный, кисло-сладкий аромат манго. Она потрясающе пенится. Она потрясающе очищает лицо до скрипа, не сушит кожу, хорошенечко удаляет все загрязнения. И действительно, я могу порекомендовать вам эти пенки Моти. Они потрясающие. Я впервые вообще пользовалась брендом Frudia, и эта пенка оставила только хорошее впечатление. Для жирной комбинированной кожи она подходит идеально. Самое главное, запомните, она не сушит кожу, но очищает ее прям до максимального скрипа и отлично убирает все загрязнения. Корейские пенки для умывания, пенки Моти, нужно совершенно минимальное количество. Просто, ну, чуть ли не горошинку, и у вас уже будет воздушная классная пена, особенно если у вас специальная сеточка для взбивания этой пенки, и будете умываться просто потрясающе. Если у вас есть какие-то дополнительные аксессуары, по типу щеточки, да, какой-то для умывания, то тоже будет очень классно. Конжаковый спонж тоже подходит отлично с пенкой. Еще лучше будет очищение, еще более глубокое. Так что всем советую. Ну и последний мой объект данного видео, это вот такая вот штука, называется масло 8. Это бренд Innovation Cosmetics.
Здесь написано, что это 100% масло Синан Усьмы, оно натуральное, увеличивает густоту бровей до 30%. Я пользуюсь этим маслом уже на протяжении, если не соврать, 2 месяцев. И на самом деле хочу сказать, что у меня действительно брови намного лучше стали расти, они намного гуще у меня стали. Особенно у меня проблематичная вот эта вот часть, вот здесь вот. У меня постоянно здесь плохо растут волосы. И благодаря вот этому маслу они действительно стали лучше, быстрее расти, они стали гуще у меня. И могу действительно посоветовать. Тем более, что вот эта штучка в 4 мл, при том, что вот в этом флакончике всего лишь 4 мл. И хватит его просто надолго. Посмотрите, как мало я его за пару месяцев использовала. Единственное, не очень удобное, на самом деле, вот эта щеточка у этого продукта, потому что хоть брови удобно расчесывать этой щеточкой, но, допустим, мне приходится самим кончиком, а он немножечко такой, ну, некомфортный для нанесения, приходится вот так вот брови, кончик расчесывать вот здесь вот, то есть продукт наносить. Поэтому, с одной стороны, щеточка большая, широкая, но не очень удобная лично мне в нанесении. Поэтому, как бы, ну, это уже на вкус и цвет, как говорится. Также я, если честно, использую это масло Усьмы для ресниц. Я наношу одним слоем перед сном вот эти, вот это средство на реснички, на нижние, на верхние. И хочу сказать, что действительно они тоже за вот эти пару месяцев, они стали более пигментированного черного оттенка, они стали более крепкие, у меня меньше стали сыпаться. Она действительно стоит своих денег, и я могу смело порекомендовать для тех, кто хочет именно увеличить густоту бровей, ресниц, и это средство вам поможет однозначно. Итак, друзья, это были все мои покупочки на Wildberries. Как видите, это был чисто уходовый выпуск покупок из Wildberries. И надеюсь, вам было интересно, полезно это видео. И все ссылки на каждый продукт, который я вам показала в этом видео, буду ждать вас внизу в инфобоксе. Так что переходите на продукты, которые вам понравились, и смотрите. Пользуйтесь с удовольствием, как говорится. Ну и все-таки поддержите мои старания с этим выпуском Wildberries лайком. Я так пойму, что вам понравилось это видео, буду продолжать дальше снимать покупки с Wildberries. И напишите мне в комментариях, какие вам больше нравятся покупочки из Wildberries. Декоративная косметика, уходовая косметика, или же, может быть, вы хотите что-то еще увидеть. Допустим, я часто покупаю там детские игрушки и так далее. И детские всякие товары. Это не только игрушки, одежда, косметика и так далее. Так что пишите в комментариях, что вы любите покупать на Wildberries. Возможно, это то же самое, что люблю я. Так что пишите все, что вам придет в голову. Я на все отвечу, все прочитаю и учту. Ну, а также не забудьте кнопочка подписаться, колокольчик, не пропустите выходы новых роликов. Ну и здесь, естественно, мой инстаграмчик. Заходите, подписывайтесь, всем буду рада. А с вами была Маша, люблю, целую, до встречи в новых роликах. Пока-пока!